75-летию Победы Госархив современной истории подготовил электронное издание о Чувашии в годы Великой Отечественной войны. В сборнике 30 разделов. Именно столько районов было в республике в то время. Это издание – дань памяти тем, кто ковал победу в тылу. Хронологические рамки электронного издания охватывают преимущественно военный период, хотя встречаются документы и более позднего времени. Масштабную работу по выявлению документов провел Госархив современной истории Чувашской республики. Мы постарались в рамках этого электронного издания охватить все нюансы, все стороны войны. Это и начало войны, мобилизацию военнообязанных и добровольцев, это и мобилизация транспорта в районах Чувашии, это и обучение населения противохимической, противовоздушной обороне, плюс военная подготовка, это и создание каких-то отдельных истребительных батальонов, либо подразделений, которые должны были на случай вторжения врага вглубь страны, скажем так, отразить его атаки. Это и дальше, конечно же, помощь фронту. И Шлейский, Калининский, Кувакинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Сундырский, Чурачекский и Шихазанский районы. Этих названий сегодня нет на карте Чувашской республики, но трудовой подвиг жителей остался и в документах, и в памяти. На протяжении всего военного периода в районах республики была развернута масштабная работа по поддержанию обороноспособности страны, оказанию помощи фронту и бойцам Красной армии. Ознакомиться с видеопрезентацией электронного издания района Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов можно на сайте Государственного архива современной истории Чувашской республики в разделе «Электронное издание и публикации» и в социальных сетях. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков. Республика.